В мэрии Анапы произошли очередные кадровые изменения. Об этом стало известно на очередной общегородской планерке. Подробности далее в сюжете. Мэр Анапы провел планерное совещание, центральной темой которого стал контроль за исполнением поручений. Это относится как к наказам жителей, так и к поручениям губернатора и главы города. Требования к исполнителям – отлаженное взаимодействие между блоками мэрии, четкое соблюдение обозначенных сроков, контроль за качеством. По-человечески призываю, как мэр, даю поручение. Каждый день отрабатывайте дисциплинированно все те поручения и те нововведения, которые есть. Поставили сроки, договорились об этих сроках, я утвердил их, значит, обязаны дальше выполнить. Среди оперативных поручений, которые стоят на контроле мэра после выезда в сельские округа, строительство модульных ФАПов в хуторе Вестник и Черный, работа по созданию казачьего военно-патриотического центра в хуторе Чекон, освещение стадиона в поселке Виноградном и другие. За столбом на той площади будет находиться фельдшерско-акушерский пункт. Он будет модульный. Также участникам планерки сообщили о кадровых изменениях. Исполняющим обязанности главы начальника управления АПК стал Александр Колесников. Обязанности главы Анапского сельского округа исполняет Сергей Вершинский. Главы Джигинского сельского округа Сергей Комиссаров. Советником мэра города-курорта стал Валерий Королев. Олеся Давыдова, Иван Рыбальченко, 39 канал.